Коба, привет. Ребят, меня осенило. Я вдруг понял, для чего это все делается. Я имею в виду Лондон, я имею в виду вот это отравление полковника и, значит, как подстраховка еще удушения вот этого друга Березовского. Это все в куче. Это называется «Путин опять всех переиграл». Я вам сейчас объясню, что это такое. Да, это Путин, да, это Кремль. Для чего это надо? Перед выборами и перед чемпионатом мира по футболу. Ну, смотрите, значит, перед выборами. Ну, наверное, ему докладывают Путину, что никто особо идти-то не собирается, да? На выборы. Ну, подтащат туда учителей, как это, колхозников там и так далее, да? Студентов под угрозу увольнения. А вообще-то ему-то надо 70 на 70, чтобы 70% пришло, 70%, и 70% был итог голосования, да? Вот, такого не будет, скорее всего. Тем более Навальный там вскрывает разные карусели и так далее. Ему уже доложили, что так и так, Владимир Владимирович, не получится. Написать можно все, что угодно. Можно 150% написать. Вот, но люди же будут стоять, смотреть, вот в чем дело. Навальный со своими навальнятами будет смотреть, Гудков там еще подключается, еще кто-то там, Собчачка тоже не будет, как говорится, терять время зря. И получится, что пришло голосовать там 28%, да? Но Путину это не в нос, он хочет быть всенародно избранным. Ну, я много говорю на эту тему. Для чего? Для чего он поругался с Англией? А очень просто. Коней на переправе не меняют. Если сейчас Англия отзовет своих послов и выгонит российских послов, это называется состояние войны. А во время войны, ну какие выборы, вы что, товарищи? Состояние войны. Воевать никто не будет. Путин воевать не будет. Если он прекрасно понимает, что только он одну ракету запустит, то все, будет вместо Кремля на картах будет обозначена большая кремлевская впадина. Понимаете? И он воевать не будет, он будет в состоянии войны находиться. А это значит, смотрите, какие бонусы. Интернет можно закрывать, границы можно закрывать. Вот, все сразу бизнесмены ломанутся из Лондона назад, потому что, ну, их там будут в состоянии войны. Ну, как немцев в свое время, или как японцев, он всех выселили на остров, да, во время вот Второй мировой войны, когда значит, разбомбили Пёрл-Харбор, всех японцев сразу на Гавайи, вот они там до сих пор размножаются. Вот, понимаете? То есть все, состояние войны, и Путин на белом коне, он выиграл. В этом плане он выиграет. Даже если не будет состояния войны как таковой, вот, все равно, значит, Британия враг, Америка враг и так далее. Это вот тот минимум, который он может из этого почерпнуть. Но есть еще и чемпионат мира по футболу. Вот тут смотрите, вы уже, наверное, догадываетесь, да? Если Великобритания не поедет, если Германия поддержит, не поедет, Франция, все, которые умеют играть в футбол, остаются Россия и берег Слоновой Кости, Монако. Ну, там можно заплатить, берег Слоновой Кости вообще можно бусами заплатить, они любой матч сдадут, да их и так можно обыграть. И все. И Россия чемпион мира по футболу. Можете себе представить? Такой расклад. А что, все честно, они не приехали, мы здесь ни при чем. Вот у меня такие мысли. Мне кажется, это именно для этого делается. Да, причем вот тот парень, который, значит, вместе, ну, этого отравили боевым отравляющим веществом, а того парня просто придушили. Вот я в прошлом своем ролике говорил, тоже в Лондоне, да, и занимается этим антитеррор. Это, видимо, для подстраховки. Если бы это как-нибудь пропустили, да, хотя как там пропустить, там 20 человек вокруг отравилось, это ужас, это кошмар. Вот, ну этого на всякий случай для подстраховки, чтобы, как говорится, вдруг с тем не пройдет, ну с этим пройдет. Вот, как-то у меня такие мысли только. Вот, именно что перед выборами и перед чемпионатом мира по футболу. Чтобы выборы вообще, как говорится, проскочили, они не нужны никому. Вот, а на чемпионате стать чемпионом, потому что если все эти команды приедут, то Россия чемпионом, ну никак не быть, ну не умеет русский играть в футбол совсем. Вот такие у меня мысли, не знаю. Может, что-нибудь скажете на эту тему. Всего хорошего, до свидания, доктор Влад с вами.